Биться до последнего, держать ворота, главное не проиграть, слышалось с трибун Ледового дворца. Каждый болельщик старался поддержать и подбодрить любимую команду в борьбе за выход в четвертьфинал высшей хоккейной лиги. Первую домашнюю игру хоккейный клуб «Саров» сыграл против красноярского «Сокола». Она заставила болельщиков изрядно понервничать. В первом периоде хозяева льда решительно атаковали красноярских спортсменов и уже на первых минутах распечатали ворота соперников. Второй период прошел сухую. В третьем хоккейный клуб «Саров» сумел отправить в ворота «Сокола» еще одну шайбу, но взамен получил две. Исход матча решил овертайм. И хоккейный клуб «Сокол» все же смог вырвать победу у саровчан. Игра завершилась со счетом 3-2. Очень боевая получилась игра. Хочу поздравить свою команду, ребят поздравить с победой, болельщиков наших поздравить с победой. Серия продолжается. Серии матчей плей-офф проводятся до 4 побед. 3 игры саровчане проиграли. И, казалось бы, все на этом участии нашей команды в плей-офф закончено. Но ребята собрались силами и доказали, что невозможное возможно. И в 4-м матче саровчане уверенно обыграли «Сокол» со счетом 6-1. Ребята собрались, огромное им спасибо. И забили хорошие голы, и, в общем-то, выдержали такую жесткую силовую борьбу соперника. В следующем матче нашим спортсменам вновь предстоит встретиться с командой «Сокол», но уже на выезде. Второй этап чемпионата высшей хоккейной лиги начнется 3 марта. Следить за игрой спортсменов можно будет в официальной группе высшей хоккейной лиги. Ирина Вышегородцева, Владимир Лисик, Александр Мальков. Служба новостей «Саров-24».